крокодилы. Вау! Вот он лежит. Нет. Где? Вот. Но это не настоящий. Это игуана. Где? Сейчас мы выходим. Мы вышли на остановочку посмотреть крокодилов. Ой, Яна, надо осторожно. Я думала, это Яна идет. Говорю, Яна, надо осторожно здесь. Ну-ка. Широкий. Здесь полотенца продают такие. Парео. Ой, какая красота, как тепло. Утро. Время 8 утра. Вот возле большого дерева сухого, которое лежит на правом берегу, лежит крокодил большой. Мы его видели еще, когда ехали на машине. Вот он там загорает. Вон еще на воде. Видел, что она еще лежит на воде. I'm scared about that. А вон корова какая-то у них там. Вот они, красавцы. О, вон еще возле этого сухого дерева. Их там много. Раз, два, три, четыре, пять. Пятый в воде. Здесь, видимо, не очень глубоко. Смотри, какой хороший номер. Взяли рекламу с телефоном, положили на сухое дерево рядом с пальмой. И знают, что люди останавливаются, смотрят все это, да? О, какие красавцы лежат. У нас и длинные. У нас аллигаторы же, да, во Флориде, а здесь крокодилы. Там где-то на севере, вроде говорят, у нас есть и... Место, где живут крокодилы, аллигаторы. Ну да, это Everglades Park. А здесь вот крокодилы. У них носы острые, а у аллигаторов носы тупые. И хвосты, по-моему, у аллигаторов другие немножко. У этих... У аллигаторов хвосты другие, по-моему.
Машины несутся. Лежит. А, это колесо. Я думала, это крокодил. Вон они, вон на той стороне. Дальше. Ну какой-то бот прогулочный. Здесь экскурсии есть. Слышь, это? Вот, оказывается, здесь экскурсия. Аэробот экспедишн. Страшновастенько. Наверное, рядом плавать с ними. Пока-пока, крокодильчики. Мы поехали. Thank you. Sorry. Птичка сидит, какая черная, красивая, с длинным хвостом. Такая важная. Ну вот наша стоянка закончилась. И мы будем продвигаться дальше в сторону аэропорта. Из Жако в Сан-Хосе. Сегодня 13 марта. Too many? Есть корова.